Программа «Мост дружбы», которая выйдет в эфир в субботу в 21:20. Цель проекта – укрепление дружбы во имя мира, добра, межэтнического согласия между народами, проживающими не только на территории Кыргызстана, но и в других странах мира. Мы вам расскажем об обычаях, традициях, культуре, истории и знаменитых личностях, достопримечательностях и особенностях национальной кухни народов мира. «Мост дружбы» – это бренд медиа «Туркел». Авторами проекта являются Хукума Халилова и Рамис Мишидигасанлы.